Снимаю распаковку товара. Интернет-магазин Мыло-Опт. Заказала основные ингредиенты для твердого мыла с нуля. Ну, для себя, скажем так. Смотрим, что тут. Вот касторовое масло. Литр. Используется как основное масло для мыловарения. Оно размягчает кожу очень хорошо. Вот так, что тут у нас дальше? Вот это у нас идет пальмовое масло. Ну, на самом деле его можно так упаковать, тут 900 грамм, потому что температура плавления составляет 38 градусов, 38 в среднем, даже может быть больше. Вот, поэтому оно не растает. Далее, это у нас кокосовое масло. Сейчас разорву пакетик, покажу. Вот, твердое кокосовое масло, оно у нас в упаковке идет. Идет оно в упаковке, потому что температура плавления кокосового масла составляет 27 градусов. Ну, соответственно, что может оно растаять даже на ладошке у человека. Потом заказаны тут эфирные масла и коллаген. Коллаген 50 миллилитров жидкая субстанция, его можно использовать с косметики, в мыле, для кремов, то есть, в принципе, очень большой спектр. Это эфирное масло шалфея, 5 миллилитров, таких я заказала, 4 штучки, вот по 5 миллилитров. Их хватает надолго. Если вообще мыло использовать, то вот на 800 грамм масел я использую вот 4 такие штуки. Получается килограмм мыла сваренного. Ну и запах шалфея. Вот, собственно, моя покупка. Спасибо мыло Опту, потому что у них товары всегда очень качественные. То есть вообще никаких нюансов никогда не было. И вот по накладной там у нас товар.